Всем привет! Начинаю прям так вот вам сразу с продуктов свой влог. Я буду сегодня, сейчас у нас на обед будет шаурма на углях. Эту идею я подглядела у Валентины Явицкой. Правильно я сказала фамилию? Наставлю ссылочку. Они там такую вкусную шаурму делали, что... в принципе, она у всех всегда вкусная получается. В общем, мне их идея очень понравилась, но... Знаете, в чем проблема? Я не записала точные ингредиенты, а помню, я так ее... Ну, как-то я не все запомнила, в общем, и пыталась сейчас загрузить, чтобы посмотреть, а интернет очень плохой, и поэтому мне придется импровизировать. Большей частью, не знаю, попаду, не попаду. Вот, что мне понадобится? Огурец свежий. Я взяла, у них, по-моему, курица была такая уже готовая. Я взяла у меня черный кабан, соус, укроп, майонез, чеснок. Кстати, такой соус очень вкусно под... картошечку заходит. Вот такой плавленый сыр. И морковка по-корейски. Ну и, конечно, лаваш. Сейчас буду все крутить, и Денис потом это пожарит все на углях. Так, ну смотрите, я кладу сыр, потом черный кабан, огурцы, морковка и соус. И заворачиваю. Вот такая шаурма. Попробуем, что получится. Такая хрень у нас получилась. Почему хрень-то? Нормальная шаурма у нас. Лика говорит, островато. Ну, вкусно, нет? Угу. Мы щи сегодня доедаем шаурмой. Приятного всем аппетита, кто тоже ест. Спасибо. Ложки на столе, как и должны быть. Тора, что-то пришел. Он забыл, что пришел. Ты так перся прям сюда. Потише, можно? Ты что-то хотел? Что ты эту банку сюда принес? Мы как бы полежать собрались. А ты пришел и сел. Ты играть будешь с папой? Мозг такая. Сидит дурон. Как ты? И что нам с той банкой делать? Он пришел с ней что-то. Мы у нас послеобеденный отдых. Шаурма была очень вкусная. Очень-очень. Как я и хотела. Да, Тор? Ну, не молчи, говори что-нибудь. Гремит у нас гроза, кстати. Видно, что там темно. За окном не видно, наверное. Тор сидит, смотрит в экран. Просто в тупую смотрит в экран. Он просто туда смотрит и моргает. Что происходит? Все, посидел. А, я на его хрустили уже, в общем, все. После сытного обеда, по закону Архимеда, надо срочно поспать. В общем, я поспала. Потом я посадила рассаду. Кстати, я вам не показала, что мы сегодня наделали, какую красоту. Ну ладно, покажу. Вот, а теперь мы идем в гости есть пиццу. Я вам печку показывала, Лешину с Катей. Вот. Они там пиццу готовят. Какую же пиццу он готовит вкусную? Сегодня на ужин... Катя еще днем написала. На ужин сегодня пицца. И точка. Как хочется. Ой. Что, идем? Идем, идем. У них, видите, здесь бассейн стоял. Такой прям ровный круг. Я говорю, может, прям грядку делать. Рич как себя лает. Нифига они у тебя распустились, как круто. Посмотрите, какие у нее нарциссы уже. Что она с ними делает? Мне кажется, все знают какой-то секрет, и мне не говорят. Что, уже готово? Лешек, темного пива у нас нету. Блин, не надо было, да? Слушай, только я смотрите, бутылочка какая. Осталась, которую ты мне посоветовал. И я ее смешал со слепом. А у меня есть антислептик. Класс. Нахрена? Нюхай. Нужно работать руки. Правильно, правильно. Ребенок все правильно говорит. Он ключ. Слишком много обработки, то,
опять. Ой, какой шум. Рассказывай, что ты делаешь. А потом мы тебя поснимаем просто. Что меня поснимаем? Ну, сегодня же все готовят пиццу. Нет, только Лёша, который никогда ничего не ест, но только готовит всегда. Вон, воняет, еще бутылки сейчас тебе не нужны. Что, раскатываем тесто и готово. А ты как, тесто просто какое-то обычное, да, делаешь для пиццы? Мне тут Лика делала тесто сама. Сама, между прочим. Что делаешь? А, ты? Вот к ней все вопросы. Ну ты стандартно, да? Сухие дрожжи, там, наверное, мука. Дрожжи, соль, мука и масло. О, ну Лик тоже так. А мы, по-моему, яйцо добавляли вообще. Нет. Ну, в общем, Лик у меня тут, прикинь, сама местила, все делала. Первый папа вообще все рецепты в интернете. Самое вкусное всегда. Ой, налей, пожалуйста, тоже можно. Ладно, будем кушать. Что-то мы так объелись. Нам еще и с собой, смотрите, завернули. У нас, правда, дождь идет. Целую пиццу нам с собой дали. Мы что-то какое-то огромное количество... Ой, сейчас я закрою. Куда ты? Иди домой. Подождите. Вообще что-то видно, нет? В общем, сходили в гости. Вот, вернулись. Накормили, напоили нас. У нас опять дождь. В общем, не закончили мы. Ну, видите, Денис только каркас пока построил. Вот так вот мы и работаем. Ой, вообще ничего не видно, да? Ну ладно, попозже мы все сниму. Вам рассказать, забывала, не выкидывала пузырек. В общем, я как-то показывала, что я купила в Диксе вообще по 49 рублей. Вот такое полнее, или как это называется? Полнее. Вот такое средство, блин, там еще осталось, что ты его убрал-то? Я его убрал. Вот, в общем, но сейчас 99 стоит. Вроде небольшой пузырек, смотрите, очень симпатичный. Вот. Я им больше месяца мыла посуду, то есть вообще расход минимальный, очень крутое средство. Вот. А сейчас мы с этим пользуемся. Верни, пожалуйста, который с рублем. Вот. Мне он не очень нравится на первых порах. Вот это круче. Пойдем где-то я такой еще куплю, пусть даже дороже. Да, и муж у меня моет посуду. Ну, что это такое-то событие? Как вам мыть посуду? Потрясающе. Обожаю это дело. Он сегодня работал и посуду моет. Добрый. Это потому что сегодня пиво не пил. Да, наверное. Тебя пиво расслабляет сегодня, я поняла. Наглости, да, что ты отказываешь жене помогать, то, что ты храбрый. Храбрый, прям одну бутылку, то прям вообще не храбрый. Вот. Короче, Денис сказал, что будет помоет мне посуду. Говорит, что... Ой, бля, опять какая-то красная. Что мне, говорит, сложно, что ли? А я не могу, мне что-то... Вот мы поспали с Денисом одну ночь внизу, как я вот говорила. У меня до сих пор голова вот такая, от шеи болит. Плюс такая погода, это дождливая, все время будут дожди. Как у вас дела? Чем вы занимаетесь в майские праздники? Расскажите хоть. Хотя большинство, кто меня смотрит, я их смотрю и вижу, чем они занимаются. Ой, Тора же надо покормить. Он там что-то сидит, какой-то несчастный. Вот так вот. В общем, хочу, знаете, что, булочки синнабон попробовать в печи сделать у Лёши. Как вы думаете, это вообще реально получится? А Тор что-то расстроился. Лежит, наверное, кушать хочет. Думал, сейчас его сразу покормит. А мне сегодня ужин не надо было готовить, потому что нас накормили. Вот. Поэтому Денис сейчас посуду помоет, ужин готовить не надо. Прям какой-то день, вечер лодыря. Вот. Ладно. Будем... Хотела про средства рассказать, но заодно вам с вами потрещала. Ой, перевыхает такой, да? Ой. Но сегодня рано спать-то не лягу же, я днем поспала. Вообще, раздолбайка. Только наладила. Ну вот, я же здесь спала. Ну, ближе к вечеру, да. Ну, не полчаса я поспала. Но я так в полудрёме... Я первые полчаса поспала, потом в полудрёме лежала, не могла проснуться. Только режим наладила и опять себе его сама сбила. Ну, мы так прилегли после обеда хорошо, так уютненько было. Торик набегался сейчас там. Под дождем уснул. Ладно, буду кормить собаку. Хоть это я должна сделать.
нам пришла гроза. Не знаю, сейчас поймаю я молнию. Посмотрим. Только что... О! О, смотрите. Так серьезненько сверкает. Дождь пошел. Днем тоже была гроза, но как-то так не сверкало. Сейчас, конечно, на ночь глядя. Но гремит еще не очень, пока только сверкает. Причем вот в одном месте как-то сверкает. А, вот и здесь тоже. Вот, вот такая у нас страсть на ночь глядя. В квартире, конечно, не страшно, но неприятненько так, когда сильно очень сверкает. Вот, ну давайте еще раз. Во, еще раз. Сейчас сверкнет. Ну давай. Ну еще раз. Во. Так. Ну гремит не очень пока. Значит, далеко где-то пока. Вот, вот. Но дождь идет. Уже идет. Ну что ж, май. Время гроз. Все, ложимся спать. Ложись, все. Ложись. Ну, ты его только что тут достала. Короче, Тор теперь спит, он залезает под диван головой только и спит. И Лик сейчас вот так залез просто. Ну, залезай. Ну, все, он теперь так хочет. Ну, оставь, он сам ляжет. Все, раз, ушел. А теперь попробуй, она его сейчас расталкивала. Не, пока интересно здесь. Пока интересно. Блин, что это лампочка? А ну все, он уже спать хочет. Ну спи, кто ему мешает? Все, говори всем пока. Пока. Спокойной ночи. До завтра.